самые теплые, самые добрые воспоминания 25-летней давности, даже больше, чем 25 лет, о моем первом визите и знакомство с Китаем. Я много раз бывал в Китае, буду рад посетить в очередной раз в ближайшие дни Китайскую Народную Республику и встретиться с руководством Китайской Народной Республики, прежде всего, с моим давним другом Си Цзиньпином. Это очень умный, мудрый, креативный человек, современный человек. Будучи депутатом парламента, я бывал в Китае. Меня интересовали свободные экономические зоны. Все-таки 1,3 миллиарда тогда населения, огромное население. Всех надо было накормить, одеть и еще и оборону укрепить Китаю. Все было непросто. И вы были тогда полны решимости это сделать. Исходя из этого опыта, вы создали несколько точек свободных экономических зон, в том числе Великий Камень. Сегодня мы уже у китайцев учимся новым технологиям, те, которые нас интересуют, а это во всех отраслях, от биотехнологической сферы до обороны. Вы продвинулись значительно. Ни один вопрос в мире сегодня без Китая не может решаться. Китай стал глобальной страной со своей глобальной политикой.